Сколько стоит самый дешевый вуз в США в год за магу? Есть варик в них поступить и пойти работать 20 часов в неделю и идти в плюс таким образом? В плюс вряд ли уйдешь. Да и работать студенту-международнику довольно сложно. Я много раз это рассказывал. Но формально студент-международник работать не может вообще, в принципе. Но есть нюансы. Ты можешь работать на вуз, в котором учишься. То есть в такой ситуации вуз за тебя платит как бы налоги. И поэтому то, что у тебя нету номера социального страхования, по идее, никого не ебет. Но вот работать за пределами вуза уже нужно специальную сертификацию получать. Это дело не тривиальное, не все могут это сделать. Просто так взять, получить EAD, да, то есть, ну, это документ о том, что ты работать можешь. Иностранному студенту довольно сложно. Однако, если у тебя практикум какой-то есть, то тебе, по идее, он полагается. Вот, то есть под предлогом практикума этот документ получить вполне себе реально.